граница Европы и Ближнего Востока? Где она проходит? Граница Европы и Ближнего Востока проходит здесь, в Садахло, в Баглатеше. Вот буквально там речка Дебет, вот это и есть граница Европы и Ближнего Востока. То есть Армения — это Ближний Восток? Армения — это Ближний Восток, безусловно. Армения — это Ближний Восток глубинный, это столб Ближнего Востока. Армения — один из столпов Ближнего Востока. Это очень важно понимать нам.